Привет! Мы сегодня с Трампом второй раз вышли погулять, время 9 утра. Идем в старый Бурхасот. Просто мне там нравится гулять. Либо вокруг дома я с ним быстренько выхожу, либо если чуть-чуть подольше, то идем в старый Бурхасот. И сегодня мы поедем немножко в пригород, в ближайший пригород Валенсии. Наверное, это так правильно будет назвать. Вообще здесь такое интересное устройство города. Есть Валенсия, а есть, наверное, на русском это правильно назвать, больше похоже на районы. Вот, например, как в Москве есть Москва, весь город, и внутри нее есть там Цау, Вау и другие районы. Причем именно вот эти ЦАУ, и Чертаново, Бирюлево, там, Тимирязевский, Алтуфьевский, Строгино. Именно вот крупные. А Валенсии, в моем конкретном понимании, есть, вот есть, как бы сказать, административный, наверное, округ Валенсия. Это вот, наверное, можно приравнять к Москве по размеру. Но есть город Валенсия, то бишь район. Есть город Бурхасот, вот в котором живем мы. То есть он Бурхасот, запятая Валенсия. То есть, типа, округ Бурхасот в еще более большом округе Валенсия. Ну и вот, я для себя как-то решила, что Валенсия – это город, Бурхасот – это район. Хотя получается, что вроде как Бурхасот – это город целый, а район административное значение Валенсии. Короче, я все еще путаю, как это называется. Ладно. Мы сегодня еще поедем в ближайший пригород Валенсии. Познакомиться с женщиной, которая согласилась посидеть с Трампом, когда мы поедем с Ником на недельку в отпуск. Поскольку Трампа на недельку не представляется взять возможным по причине того, что не летают регулярные рейсы, которые возят собак. Только лоукостеры, которые собак не возят в принципе. Поэтому взять его с собой не представляется возможным. Поэтому нужно его будет оставить. Вот я нашла двух тетушек. Ну, вернее, одна тетушка, как я поняла. А другая девчонка молоденькая. У нее есть тоже Джек Рассел Терьер. Девочка годовалая, чуть-чуть помладше, чем Трамп. Но нюанс в том, что у девочки Джек Рассела скоро начнется течка. А если это случится, то Трамп же от нее не осанет. И очень велика вероятность, что у нас появится много маленьких трампиков. Я девочке сразу сказала, я говорю, ну как бы, если вы хотите оставить себе щенков всех, то не вопрос. Я говорю, просто у меня в планах не было брать себе щенков или заниматься их продажей. Поэтому я говорю, ну, я лучше не буду оставлять вам в этот раз Трампа, чтобы не было случки. В любом случае, мы сегодня поедем к более взрослой тетушке, которая первая откликнулась. И завтра мы договорились съездить, познакомить, в принципе, Трампа с Баффи, так зовут девочку Джек Рассела. И ну, посмотрим, в общем, будем выбирать, потому что, конечно, нужно, чтобы было несколько вариантов, кто будет готов посидеть с Трампом, пока нас нету. У меня прям в моих огромных очках-телевизорах отражается икра, отражается рука с телефоном, так странно это выглядит. Ну ладно, это как-то вот так снимать, наверное. Или взять селфи-палку. Вот, в общем, я хочу, чтобы, да, у нас было несколько вариантов, с кем оставить Трампа. И чтобы это были хорошие варианты. Потому что последний вариант, последний единственный вариант передержки, который мы используем, мне крайне не понравился.
крайне понравилось и фотоотчеты, которые девочка прислала, потому что у меня было такое ощущение, что она присылала одно и то же. И очень мне понравилось, как вел себя собака. То есть вот он третий день сегодня, как перестал по утрам писать. И, в общем, ведет себя хорошо. А до этого прям писал дома. И, соответственно, отсюда тянулись там все неприятные запахи и прочее, прочее. Вот. Плюс я уже рассказывала, что после передержки у него отросли когти. 2 недели передержки у собаки отросли когти. Очень странно, на мой взгляд, потому что мы собаки когти стрижем там, раз в полгода, наверное, стрижем 5-й коготок, потому что он при ходьбе не стесывается. А так у него с ним, когда просто гуляешь, когти стираются. Соответственно, ощущение, что девочка за 2 недели его там выводила чисто на пописон, на 2 минуты на улице и все. В общем, все это было очень странно, поэтому не хочу я больше оставлять собаку. На таком сильном солнце я снимать еще не умею, потому что я не вижу, что в экране, и снимаю как лома фото. Вот. Но, в общем, мы уже возвращаемся с таймпиком обратно. Он, слава богу, наделал делов и взрослых, и своих детских на каждом углу. Поэтому мы возвращаемся в сторону дома, позавтракаем и поедем знакомиться с тетенькой, которая, возможно, останется с Трампом на недельку. Охотник, охотник. Оля! ¿Cuántos años tú esperas? ¿Cuántos años? Una. Идеальная собака моя. Трамп. А, супер пес. Вкусняшка. Рядом. Рядом идешь? Молодец. Ай, умничка. Вот ты как прям рядом сел. Супер пес. Рядом. Отвлекающий фактор сработал. Да? Ну. И даже у меня отвлекли, сейчас Трамп идет рядом. Боже мой. У меня золото, а не собака. Держи. В общем, я только что встретилась с женщиной, которая предложила свои услуги в качестве передержки собаки нашей. Она живет в региончике Силия. Вот, живет вдвоем с дочкой. Они из России. Дочка ходит здесь в школу. Сейчас женщина сама не работает. В поисках работы какой-то. Она сказала, что ищет что-то вроде там
ну, либо готовить еду, либо убираться дома или что-то в этом роде. Ну, в общем, не какую-то офисную работу. Вот. И стоимость передержки, она попросила 25 евро в день. У нее была собака, был кот. В общем, мне показалось нормально. Она живет в двухкомнатной квартире на последнем этаже, на третьем. Вот, так что, ну, вроде бы похоже на то, что нам нужно. Так что я думаю, что мы трампика с ней оставим. А сейчас мы идем в этом же районе, в Силье, в сторону моря.